Приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в супермаркет симулятор. Так что надевай наушники, бери что-нибудь с собой вкусненькое, приятного аппетита и поехали! Так, что у нас тут происходит? У нас происходит то, что нам бы расширить склад на самом-то деле. Вчерашний баг я уже и сейчас его встретила. Мне снова пришлось перезапускать. Короче, вот эти коробки, лучше мне их не брать. Если мне их некуда ставить или выставить товар, их лучше не брать, они забагаются. Я, если что, напишу почту разработчикам, пусть они как бы все это как-то порешают, потому что это кошмар. Так, у нас есть тут, чего нету, это можно заказать, и нам бы расшириться, потому что у нас есть товар, нам нужен еще новые стеллажи для большого товара, который разбирает очень быстро. Яиц нету. Короче, нам надо реально расширяться на складе, запасаться, и я уже хочу купить новый холодильник и новую лицензию. У нас там скоро будет кое-что крепкое продаваться. Это будет очень прекрасно. Давай начнем с того, что я куплю новый холодильник. Что это у меня тут за товар такой тут стоит? Паста, ля-ля-ля-ля, мусака, лосось, стейк. А, ну, сколько? На 1000? Я так много. А чё так много? А чё так много? Ладно. Ладно. Так, хорошо. Давай купим холодильник раз. И давай сразу заранее новый стеллаж купим. Вот, это у нас есть. Я хочу посмотреть, сколько теперь стоит у нас склад новый. Новая лицензия. Крабовые палочки, острый соус, шоколадное мороженое, кетчуп, майонез, пицца, чеддер. Отлично. 2800. Прекрасно. Копить и копить. Раздел склад 1200 стоит. Так что, в принципе, мы сейчас можем накопить и купить его спокойно. Давай-ка, будем копить. Найм у нас нормально по развитию, ну, как бы, дорого. Да, оплатить тоже надо. Да, ну, такие вот дела. Что, мы без денег? Мы без денег опять. Ну, не знаю, вот какой-то у нас кризис настал. Вроде все нормально, закупаемся. Все хорошо покупают, а кризис имеется. А полочек новых для вот этого товара не имеется. Да, поэтому постоит оно пока здесь. Так, чай. Чай у меня вот тут вот. Очень много чая. Этот у меня все ходит, носит, потому что он не успевает все разносить, походу, я смотрю. Ну, что поделать. Так, это нормально. Закрываем. Так, паста. Паста. Давай я тебе сюда выставлю. Ага, хотя дальше давай-ка, складик. Дальше на складик 3 штучки. Угу. И еще целая упаковочка на складик. Вот так вот. И вот это что это у нас? Ага. Это сюда наоборот. Ага. Так, здесь у нас были какие-то, не знаю, крабовые палочки, что ли? Так, это мяско у нас. А где оно? Вот это? Да, это оно. Это оно и имеется. Так, ну ладно, пусть оно пока стоит. Ага, вот оно. Норвей. Нет, оно вот вообще. Да. А что это за товар? Что это за товар тогда? Я даже присесть не могу посмотреть. Это я уберу. Это вот что-то непонятное. И вот сюда еще надо. Что-то не... А, роллы у меня здесь. У меня же там роллы, я забыла. У меня роллы там. Нам, кстати, смена прошлая понравилась. Я рада, что вам, в принципе, заходят ролики. На самом деле, спасибо тебе большое за твой лайкос и комментарий. Очень-очень приятно. И кидай свои идеи, что мы будем дальше делать. Потому что они у меня заканчиваются. А вот что-то новенькое, это прекрасно. А теперь мы давай купим суши большие, 145, и суши маленькие. Нормально. Дальше. Телятина отбивная.
Стоп, отбивная телятина или стейк? Стейк или телятина? Три отбивная. 1200. Очень дорого, очень дорого. Пока ждем. Пока ждем. Они пока все раскупают. Я посмотрю, чего здесь нет, и я помогу ему доставить. Ага, соль мы можем спокойно доставить, мыло можем доставить. Есть. Так, соль вроде была. Вроде чуть-чуть было соли. Это соль была. Вот здесь. Нету соли. Хорошо. Мыло. Мыло у нас имеется. Давай доставим мыло. Пока есть. А то мой не справляется один. Работяга. Работяга мой синим. Так, что мы еще можем выставить? Я что-то и не посмотрела. Сейчас мы уже можем закупочку сделать. Ага, можем. В принципе, бумагу брать и отбеливатель. Давай доставим. Бумага, отбеливатель. Поехали. О, денежки имеются. Отлично. Потрясающе. Пошли заказывать. Отлично. Мы сейчас купили новый холодильник. Это раз. Купили новый стеллаж на склад. Это два. Осталось нам купить теперь расширение на склад. Я думаю. Новый холодильничек. Так, вот это отбивнушечки наши. Ну ладно, давай не наши отбивнушечки, конечно. Ну ладно, пусть будут наши. Ого. Да, поставлю, потому что у нас уже новый холодильник. Так. Так, это у нас суши, суши. Я не помню, это большие, маленькие. Короче, без разницы. Ребята, суши появились. Ребят, суши появились. Заходите, суши, суши. Вот еще маленькие сушки. Ой, простите, это большие сушки. А тут целый холодильник нужен для них, реально. О, картошечка пропадает. Картошечка нужна. Картошечки нету, ничего нету. Масла нету, тунец. Ну, давай тунца возьму, что ли. Ставлю. Тунец. И, по-моему, мне еще вот здесь тунец. Да. У меня тунца много. Много тунца не бывает, думаю. Так, это мы отлично работаем. Это у нас вот это у нас вот это. Все хорошо. Пицца тоже имеется. Это все заполнено. Все у нас с вами прекрасно. Так. Мне кажется, что скоро уже надо будет намного больше товара выставлять. Или хотя бы как можно больше товара на склад заставлять. Потому что, ну, посмотри, они разбирают. О, господи, посмотри, как гребут. Геннадий в синем. Не знаю, давай. Как-то его надо, короче, называть-то. По-любому у него нет имени. Вот это проблема. Геннадий, мне кажется, ему тоже хорошо подходит. Так. У нас там все разбирают. Он не успевает это просто все выставлять. Представляешь? Надо будет второго Геннадия нанимать. У меня будет уже целый цех, Геннадий. Так, отлично. Денежки капают, конечно, но у нас до сих пор мало всего. На самом деле. И товара сейчас уже становится мало, и у нас мало денег для расширения. Мы вчера поработали хорошо на кассе, отличненько. Поэтому теперь мы отдыхаем, носим товар. Так, ну это вроде все имеется. Ладно, все более-менее нормально. Ты как, успеваешь, Ген? Успеваешь, да? Ну давай, давай. Да. Молодец, там на кассах идет. Все идет, все хорошо работает. Молочко, то есть вот этого и выставлю сюда. Ставлю. Работай, работай. А, ты хотел выставить, а я уже выставил. Ну вот, вот так вот, надо было спрашивать. Так, все нормально. Полки пустые, все хорошо, все прекрасно. Яиц, как обычно, нету. Яйца, как обычно, разбирают просто на ура. О, чай заканчивается, кстати, китайский. Так, нам вроде нужно 1800 для расширения. Может быть, мы успеем, да и заработать только на этой смене. Смотрим. Вроде еще три клиента. Не успеем. К сожалению.
Давай, давай, давай. Знаешь, что, кстати, я узнала? Знаешь, что я узнала, как можно сдачу давать круг? Я тебе, наверное, потом покажу, когда мы еще раз встанем за кассу, я тебе покажу один прекрасный момент. Просто потрясающий. Показывает. Так. А, водичка белая. Так. Нужна, нужна. Нужна. Но только лучше я возьму вот отсюда. Чтоб не забага, не забага, не забагалось ничего. Вот. А то пипец будет. Раз. Два. Отлично. Сок яблочный. Так, давай возьму яблочный сок. Ага, доставить надо. Да, еще. Угу. Опять, ты видишь эту фигню? Забагалась. Опять забагалась. Я не пойму. Здесь есть что-то? Здесь ничего нет, я могу выкинуть. Хорошо. Так, нам совсем чуть-чуть не хватило, да, расширения. Вот совсем чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Так, арахисовое масло, масло, арахисовое масло, яйца, мед. Так, яйца. Мед. О, подорожало нормально так. Давай, 94. Так, вот ты подешевел плохо. 71. Чуть-чуть наценочку делаем. Делаем наценочку. Было поприятнее нам с этим работать. Так, хорошо. Ну, да, нам нужна закупка на самом деле. Нам нужно купить кучу всего. Давай-ка. Давай-ка купим кучу вот этого вот всего. Молока, по-моему, нету. Яиц по две штуки. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Купить. Раз. Раз, два. Это у меня есть. Это имеется. Раз, два. Раз. Раз, два. Три. Ага. Поехали. Денег нема. Соль пропадает у меня. Это пропало уже. Нет у меня этого. Это есть. Вот этого я не помню. Шоколада, по-моему, очень мало. Отбеливатель. Мыло. Это. А все. Так, подожди. Еще мне нужны сыры. Сыр раз, сыр два. Это не помню. Так, две штуки. Раз, два. Как минимум раз. Раз, два. Мы сделали сейчас большую закупку, на самом деле. Вау. Вау. Так много. Когда что-то добавит какую-то интересную, прекрасную музыку. Так. Вставляем. Так. Пока Гена у нас там тоже что-то расставляет, мы тоже расставим это все дело. Так, хлебушек. Хлебушек у нас туда пойдет. Быстренько это делаем, потому что Геннадий тоже занят, он тоже не успевает ничего делать. Мы за него сейчас поработаем быстренько. Нам просто уже нужно второго, понимаешь, человека. Он не успевает с этим справляться. Понятно. Одна штучка. Прекрасно. Так, яйца маленькие. Яйца маленькие. Выставляем. И яйца маленькие. Выставляем. Слушай, давай пока откроемся, пусть идут денежки. Ну бы и нет. Ну бы и нет, слушай. Пусть идут денежки. Потому что мне кажется, вот это расставление товара такое немного нудное, скучное. Не знаю. Кстати, я знаешь, что видела? На странице в Стиме этой игры у них там в скриншотах появилось то, что над некоторыми стеллажами есть сейл. Походу добавят какие-то такие моменты, когда можно делать скидки на какие-то товары. Это прям классно. Это о чем я и говорила, типа распродажи. Это круто. Это такое ярмарочное. И еще там были стены другого цвета. Вот это меня заинтересовало тоже. То есть можно будет красить стены? Вот это бы я посмотрела на это. Или я бы это хотела посмотреть.
Так, молочко, молочко. Пицца? Пицца ел? Нет. Курица есть, оказывается, хорошо. Так, это у нас там есть. Не будем это трогать. Молока у меня нет. Хорошо. Хлеб. Хлеб, 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 хлеб. О, начались покупки, пошли покупки. Спагетти, спагетти у меня вот это вообще нету. Надо быстро выставлять, спагетти нету. А то сейчас с ума сойдут они все. А потом я сойду с ума, потому что у меня ничего нету. Им все не нравится, им все не нравится, им всегда все не нравится. Так, рис у меня имеется. Оставляем и вот сюда ставим. Так, эти мы вроде выставили. А, мы выставили-то всего одну полку. Ого, уже разобрали три штуки. Так, явно сегодня день бакалеи. И явно все сегодня по макаронам, походу. Жесть. Паста имеется? И паста почти имеется. Разбирают, разбирают очень быстро. Так, работаем. Надо реально, походу, нанимать уже второго Геннадия. У нас будет Геннадий на Геннадии. Ну, не в этом смысле. Не в этом. Просто очень много Геннадиев будет у нас. А то он не успеет. Он не успеет это все выставить. Даже я не успею. Они все разбирают. Даже я не успеваю это все выставить. О, я жду обновления новое. Я реально уже жду, когда будет новое обновление игры. Это будет потрясающе. Если то был мини-спойлер, это прям вау. Это прям классно будет. Так. Сыр закончил. Хорошо, что я заказала по две штуки. Я просто знала. Так и будет. Так. Уже еще чуть-чуть, и мы сможем купить спокойненько расширение. Кого нету? Сыр? Да уже все есть. Уже все есть. Чего ты сразу так начинаешь? Все есть. Классно, одна штука. Давай я поставлю вот сюда. Мука. Мука. Надо выставить. Мы уже работаем вместо Геннадия, потому что он не успевает. Все, надо нанимать второго, реально. Хоть мы не успеваем быстренько зарабатывать денежек, но нам нужно, чтобы они расставляли товар. Геннадий. Не успевает просто один. Только коробок, такой склад. Тем более, если мы сейчас увеличим склад, то больше полок будет. Он вообще не будет успевать. Сыра пармезан нет. Да все там есть. Что ты мне втираешь? То есть. Не втирай мне, пожалуйста, а? Сюда. Так. Шугар. Вот сюда. Надо выставить сразу. Картошка закончилась. Жесть, еще картошки нету. Яйца маленькие. Так, картошка, картошка, картошка. Картошки нету даже. Капец, даже картошки нету. Что ж я такое тут творю? Люди без картошки остались. Ё-моё. Да и вот она, картошка лежит. Ну что ты начинаешь? О, яйца заканчиваются большие. Яйца большие заканчиваются. Масака. Масака заканчивается. А, нет, другая штука заканчивается. Так. Мешок с картофелем. Вон! Ты чё, слепая? Вот это у вас романтический ужин, только с молоком не пей, не ешьте суши, хорошо? Совет, совет, да любовь. Так, яйца-то большие. Нет, нам надо реально второго Геннадия нанимать. Нам нужно реально второго Геннадия нанимать. Давай-ка. Расширение. Развиваемся полностью. Склад. Оп. Готово.
Склад у нас есть, и у нас теперь открытая дверь на склад. Оух. Хи-хи-хи-хи-хи, прикольно. Да, прикольно. 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 Геннадий, а я тут, а я тут. Я как в зоопарке за решеткой. Хотела бы я сказать. Ну ладно. Тут теперь надо серьезную перестановку делать. Серьезно. Я не знаю. Надо прям серьезную перестановку делать. Максимально большую. Так, сюда нам не поставить ничего, я так смотрю. Понимаю. Ага. Ага. Мне нужен светильник. Извините, но я должна украсть его светильник. Вот. Я думаю, ничего страшного. Так. Что у нас здесь будет происходить? А, давай-ка, мы теперь будем сюда на склад заходить. Это, во-первых. Сейчас, стой. Удобно же... Нет, вот так вот заходить. Через магазин. То есть, у нас вот это все еще будет бакалейной штукой. Оп. А сюда, интересно, влезет компьютер? Мне сказали, можно туда будет компьютер поставить. А в принципе, как бы нет. Давай-ка, ладно, вот... компьютер. Вот. Так мы, думаю, будем видеть, что у нас есть, а чего у нас. Хотя сюда удобно поставить несколько стеллажей. Вот будет удобно поставить сюда несколько стеллажей, так что... Ну, отсюда удобно смотреть на все полки. А если мы поставим вот сюда компьютер, нам придется вот прям сюда ходить смотреть, чего у нас нету, а чего у нас есть. Да, у нас несколько полок влезет. Это намного лучше. Это намного лучше. Так. Вот. Пока не работают, мы здесь разбираемся. Оу. Ну, кстати, нормально. Слушайте, нормально. А чё, а в чем бы не? А почему бы и нет, слушай? Почему бы и нет, слушай? А почему бы и нет? А? Почти так нормально. Почти нормально, кстати. Реально, почти нормально. Так, ну я за бакалею все же вот тут пусть стоит. Под рукой. Дальше. А, этот стеллаж у нас идет с хлопьями. Ага. Вот настолько все плохо. Настолько все плохо. Нельзя получить. Какой смысл этого расширения? Скажите, пожалуйста. Какой смысл? Не понимаю. Какой смысл в нем? Сюда только если поставить еще два стеллажа. И все? И все? Оп, о, мы уже 2000 заработали. Походу, когда я не работаю, ничего не делаю, у нас деньги вот так вот тюк, капают. Прям хорошо капают. Так, молоко, давай посмотрю, есть у нас или нет. Я поставлю молоко. Дофига молока. У нас дофига этого молока. Чуть-чуть заехала. Заехала. Так, хорошо, это у нас тут на второй полочке стоит. Как и там. Так, дальше, что у нас? Это у нас мяско. Его очень много на самом-то деле. Это у нас тоже штука. Она пусть будет, ну, стоять хотя бы не знаю где. Вот так. Так. Это мяско. Тоже. Пусть оно будет стоять вот с мяском. Так. Ага, ага, слушай. Давай-ка я куплю еще расширение. Еще расширение, слушай. Ты посмотри, какой большой склад теперь. Ё-моё! Ёшкин-матрёшкин, слушай. Это вообще кайф. Только надеюсь, мы сейчас не будем в банкротстве. Мы сегодня не заплатим, кстати, за кредит. Круто. Круто, а у нас сегодня не будет денег заплатить за кредит.
Я думаю, мы молодцы в этом плане. С этим хорошо справились. Так, ладно. Оп. Нам нужны фонарики. Нам нужны новые стеллажи. Нам нужно куча всего. О! Ази. Так, хорошо. Здесь у нас бакалеи. Здесь у нас хлопья. Всякие коробки. А, тут еще вот свободное место. Можно по две штучки делать спокойно. Дальше здесь у нас чай, кофе, соль. Тут просто это ж, вот эти две полки надо под что-то другое будет поставить. Как-то не нравится мне. Здесь напитки. Напитки. Здесь у нас напитки. Дальше, что у нас тут? Дальше у нас идет химия. Дальше у нас с тобой идет химия. Вот так вот. Можно делать вот так вот просто по ряду. А можно делать как в магазине, ставить друг напротив друга стеллажи. Ну, ты понимаешь, по несколько штучек. Сейчас тебе покажу. Я имею в виду. То есть вот так вот. В принципе, думаю, будет нормально. Но мне кажется, я теряться буду. Пока нам этого не надо. Так, это мы расширили. Здесь у нас начинается химия. Здесь у нас пока и останется химия. Так, хорошо. Давай пока так и потихоньку будем расширяться и намного больше расширять магазинчик. Холодильник забираем. Холодильник вот сюда у нас пойдет вот этим. Поехали. Следующий денечек. Мука. Открываемся. Так, мука. Подешевела. Подешевела. Боже ты мой. Не надо дешеветь. Не надо сейчас дешеветь. У нас очень мало денег. Так, нам нужен сыр срочно вот этот. Ага. Нету. Кассы. Стола. Ладно, давай сюда пока. Так, нам нужен пока сыр срочно. Срочно сыр нужен. Так, что у нас? Чего у нас прям нету? А, вот этих вот штук. Не пойму, что это за штуки у нас. Давай глянем. А, вот это. Вот это. Сушим. Они очень дорогие. Могу их брать. Я не могу сейчас брать эти дорогие суши. Мне нужны еще лампочки. Раз, два. Я купить не могу. Это как-то грустненько тут теперь все происходит. Туалетная бумага, надо глянуть. Воды. Угу. Яиц. Яиц, йогуртом, давай-ка. Так, туалетная бумага. Нету. Яйца. Есть. 4 штуки. А по 4 штуки здесь есть. Что у тебя по 4 штуки здесь есть? Давай сюда. У нас тут еще есть йогурт, как раз таки отлично. Йогурт давай выставим. Это йогурт закончился наш. Ничего, сейчас вылезем из этой, из этого круглого места в плане денег. Сейчас мы вылезем, не волнуйся, сейчас будет у нас все отлично. Так, а что мне бы еще купить? Я не знаю. Это вся куча. Надо. Картошка, картошка, курица, туалетная бумага. Так, давайте яйца выставляем. О, сыр. Сейчас будет, подожди, вот он сыр, вот, возвращайся, возвращайся, уже сыр есть, ты просто не увидела его, ты просто не такая глазастая, как хотелось бы. Вон, полные полки, нет у меня ни одной пустой полки в магазине, у меня полным-полно товара. Так, вот это вот.
В принципе, 4 лампочки. Так, вот это что? Руэй. Сюда выставим. Бекончик. Походу. А, нет, рыбка. Рыбка. Так. Курица, курятина. Все у нас хорошо с тобой. У нас все с тобой хорошо. Хорошо, денежки прибавляются, все нормально. Мы не в такой большой. Все хорошо у нас с тобой. Все хорошо. Мы выберемся из этого кризиса. Ничего, мы потихонечку все равно развиваемся. Что поделать? Сегодня нам надо будет заплатить за кредит. Чтоб с нас резко не взяли все деньги, которые только возможно. Давай посмотрим, что мы им должны. А, это в банк. У нас 3 платежа, я думала один, у нас 3 платежа. У нас 3 платежа. 6. Еще у нас счета. Счет раз. Аренда. Аренда нормально, а вот счет за освещение у нас просто повышается на 1-2. Пока не будем платить, нету денег. Мы не можем пока себе этого позволить. Понимаешь, не можем. Вот такие вот дела. Так, я вот думаю, как бы склад все же поставить. По одной линии стеллажей или все же параллельным. Ну, как стеллажи у нас в магазине. Думаю, целесообразно будет, да, сделать по 2. Потому что тут как раз места хватает, чтобы 1-2 сделать. Но никак не 1 ряд, чтобы ходить, и 2. Это будут очень узкие ряды. Так что, скорее всего, у нас это все будет вот примерно вот так вот. И вот здесь тоже будет. Вот примерно так у нас все и будет. Так, это ставим сюда. Надо нанять второго Геннадия. Все, мы нанимаем второго Геннадия. Нет, у нас нет пока денег. Нам надо пока чуть-чуть подкопить денеж. И нужно будет нанять Геннадия второго. Его брата-близнеца. И куча стеллажей закупить. Вот такие вот дела. Куча стеллажей надо будет закупить, чтобы расширить вот это все, чтобы можно было побольше товара ставить. Потому что, ну, вот на курицу надо тоже почти целый стенд выделить. На туалетную бумагу вообще 100% стенд, если не 2. Дальше, что у нас там пойдет такое же большое? У нас очень много всего большого, но можно так выделять. Химия вот, это тоже стенд целый. Так что денег нам тоже надо много. Пока что есть, то есть. Так, смотрим по складу, что нам надо. Из бакалеи нам надо мука, рис. Рис. Кофе. Воды обычной. Давай закупим. Так. По-моему, мыло надо, вот это надо. Воды обычные, я говорила. Кстати, рис у меня есть. Так, спагетти одну, эту одну, эту одну. Воды 2. Раз подешевело купим. И чупаки, не знаю насчет чупаки. Что нам там еще надо было? Вот эту воду нам надо. 2. Закрыто. Ну за что? Ну за что? Молоко 6 штук нет? Меда нет. Ёпта. А мед. Сладенькое. Нету меда. Ё-моё. Короче. Все, в следующей серии я по максимуму должна все закупить и навести здесь порядок. С тобой, не с тобой, или за кадром. Надо будет это сделать. Ну, лучше напиши в комментариях. С тобой, не с тобой? Интересно тебе или нет? Ну, нам надо будет порядок прям навести. Прям уже нормально, потому что чуть-чуть у нас уже беспорядок начался. Дырки, того нету, этого нету. Все стоит где не надо. Воды вот нету. Вот такие вот у нас дела. Так.
Я не знаю, что нам там надо, просто посмотрим. Релла, сыр. Ага, соки спокойно, можно газировку, можно. Хорошо. Давай по сокам пройдемся. Один сок. Прекрасно. Один сок. Прекрасно, целая коробка. Один сок. Они, смотрю, там дерутся за роллы. За рыбу, посмотрю, прям дерутся, дерутся. Ну, слушайте, ну, мусака вкусная, 100% можете брать. Очень сочная, ну, прям как лазанья. А вот это, ну, там, креветочки тоже в сливочном соусе вкусно. Подойдет и то, берите и то, даже, ну, не раздумывайте, не мучайтесь, пожалуйста. Понятно, у них все еще драка, не могут решить. Ну, семейные дела. Влезаем в это дело. Денег 1408, в принципе, нам хватает на закупку обычных продуктов, не морепродуктов. Они слишком дорогие, на них нам денег не хватит. Ой. Вот так вот. Ой, полон, хорошо. Раз полон, так полон. Так вот, так вот. Ну что ж. Ага, вот это я могу еще, кстати, выставить. Ага. Блин, мне мусорка нужна поближе. Что делать-то? Так, вот это вот. Ребрышки. Ребрышки у меня вот здесь вот. Да. Вот так вот. Да, давай, наверное, заканчивать. Потому что, ну, мне кажется, они не определятся с этим. Вот, ну, никак. Да. Очки магазина плюс 200. Ну, потому что товара не найдены, 16 штук. Вот это надо менять, добавляться. Так, сливочное масло. Оплачен автоматический персонал. Ого. Ого. Деньги. Ого. Ой. Ладно. Вот такие вот у нас дела. Мы сегодня все же смогли расширить склад. И даже больше, чем я думала. Теперь осталось накупить стеллажей. И закупиться продуктами на это количество стеллажей. И дальше мы спокойно уже сможем расширять магазин и покупать новые лицензии. Я думаю так. Как раз у нас новые будут стеллажи пустые для новой лицензии. И что, здесь у нас, кстати, думаю, влезет еще по два стеллажа. То есть нормально. Хотя касса есть. Да, касса. Я думаю, можно будет одну кассу сюда поставить спокойно. Спокойно, кстати. Вот это убрать в другое место. И вот кассу вот сюда тоже передвинуть. Короче, будет классно. Вот одну сюда кассу и одну сюда. И здесь мы сможем спокойно стеллажи поставить. По-моему, это уже классно звучит. Поэтому мы в следующих сериях уже этим займемся. Спасибо тебе за лайкосик, за твои комментарии, подсказочки. И все, увидимся в следующей серии. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все. Всем пока-пока.